автогаз подорожал, бензин пока без изменений. Какие сегодня цены на АЗС? Розничные цены на бензин в Украине 8 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. В то же время дизельное топливо немного подорожало, а автомобильный газ в среднем прибавил 14 копеек. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой группы А95. По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А92 составляют 30,87 гривен за литр, минус 0,01 гривен на бензин А95-31. 83 гривен за литр, минус 0,01 гривен на дизельное топливо, 30,61 гривен за литр, минус 0,01 гривен на автогаз, 18,59 гривен за литр, плюс 0,14 гривен. Розничные цены на бензин А95 в Украине. Напомним, на прошлой неделе Министерство экономики повысило расчетные цены для бензина на 20 копеек с 28. 20 гривен до 28,40 гривен за литр, на дизельное топливо снизило на 17 копеек с 25,7 гривен, до 24,90 гривен за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, дизельного топлива 31,90 гривен за литр.